Ребят, всем огромный привет! Сегодня мы с вами поговорим, как же создать воронки продаж. Базу мы с вами уже проходили, мы знаем уже, что такое точки касания. И, конечно, если вы будете приносить деньги клиенту, то он будет с вами навеки. Во-первых, вы просто крутые, что вообще знаете, что это такое, потому что многие менеджеры на рынке просто, ну, вообще в этом не разбираются. Они выставляют ролики на канал и все. А сейчас вы еще узнаете, как правильно составить воронку продаж. Но мы с вами помним, что в основе у нас всегда лежит какая-то цель. То есть для чего клиент или вы вообще ведете TikTok? Например, это узнаваемость бренда или клиент хочет увеличить подписчиков в другой социальной сети. Например, TikTok может служить даже платформой для поиска новых сотрудников. Например, если компания большая и постоянно нуждается в сотрудниках, почему бы их не искать через TikTok? Потому что, по сути, сколько бы людей ни работало на предприятии или в компании, все равно всегда не хватает знающих. И как раз с этой задачей вы можете, например, помочь клиенту. Или, например, цель может быть развитие личного бренда. Например, такие эксперты, как юрист, психолог, тоже могут развивать свой личный бренд в TikTok. Или, например, может быть цель вообще развития франшиз. Например, как в системе McDonald's. Всеми McDonald's'ами владеет не один хозяин. Это франшизы. Вы точно так же можете открыть свой McDonald's. Франшиза – это когда вы берете права на использование логотипа и открываете все то же самое по определенному техническому заданию. И как раз вот TikTok будет служить хорошей площадкой для узнаваемости. Если вы там будете транслировать, как идет у вас бизнес, сколько вы зарабатываете, сколько тратите, в общем, такой бэкстейдж бизнеса показывать, то могут быстро появиться и другие, которые захотят открыть такую же франшизу. Особенно если это офлайн история. Если вы будете показывать вообще в любом бизнесе, вы как личный бренд, да, и показываете все закулисье, что происходит, какие трудности у вас, сложности встречаются на пути, какие расходы, какую прибыль вы получаете, то люди вам очень быстро начинают доверять и понимают, что вы открыты, вы показываете все открыто. Прям вот показывайте поэтапно, с какими сложностями сталкиваетесь, потому что в бизнесе по-любому есть сложности. И если вы все это показываете открыто, то человек, зритель, начинает за вами следить, и обязательно найдется тот зритель, который следит не просто так, а следит для того, чтобы заняться таким же бизнесом, чтобы сделать такую же франшизу или просто в той же нише развиваться. Вы будете как будто бы такой первопроходец. Получается, мы определяем цель и на основании этого уже смотрим, как же правильно создать здесь воронку продаж. Основное по воронкам продаж – это какая цель у нас? Куда мы по своей воронке продаж должны привести людей? Они должны перейти по ссылке, потом куда-то еще на площадку. Что именно они должны сделать? Или, например, мы должны получить как можно больше заявок на вебинар. Мы сразу с вами думаем, как люди смогут как можно больше записаться к нам на вебинар. Естественно, они могут делать это по ссылке, которая располагается, как обычно, в шапке профиля в бизнес-аккаунте. Это вообще единственное место, в котором есть кликабельная ссылка. Значит, нужно как можно больше людей привести к этой кликабельной ссылке. И тогда мы начинаем с вами думать, вспоминать точки касания. Думать, за счет чего мы можем привести людей к этой ссылке в шапке профиля. Например, это заведомо сценарий для видео, в котором мы так и говорим, переходите по ссылке в шапке профиля. Потом у нас может быть описание под видео, комментарий, закрепленный комментарий и ответ на комментарий. Можем там прям написать, переходите по ссылке в шапке профиля. Кстати, там оно работает очень классно. Также может быть текст на видео и в описании видео можем указать эту информацию. Итак, мы понимаем, что этим касанием мы приведем как можно больше количества людей. Допустим, у нас цель подписка в Инстаграм. Мы вспоминаем, как из ТикТока мы можем перелить людей в Инстаграм. Всегда нужно исходить из нашей финальной цели. Мы же не делаем видео ради видео. Мы все это делаем ради какой-то цели. У нас в профиле есть кнопка Инстаграм, в самом описании профиля. Еще мы можем написать сам ник Инстаграм на самом видео, прямо в ролике. А также в описании ролика или в комментарии. Получается, что мы, в общем-то, можем использовать три способа. Но у подписчика должен быть интерес.
он не просто так должен перейти, а ради какого-то интереса. На Инстаграм уж просто так подписываться точно не будут, потому что у половины тиктокеров нет Инстаграма. Например, вы показали 4 способа, как ухаживать за волосами, а 5-й есть в Инстаграме, и если человеку действительно интересно, он перейдет в Инстаграм. Или больше способов, как правильно покрасить волосы, например, смотри в Инстаграме. Или можете в комментарии написать бесплатный чек-лист в Инстаграме, ссылка в шапке профиля. И человек понимает, что ему очень интересна эта тема, и если он хочет получить еще какую-то информацию, то ему обязательно нужно перейти по ссылке. Мы понимаем, что человеку лучше давать что-то интересное, да? Например, запишись сейчас, и тогда на консультации получишь 10% скидки. Тогда людей, которые запишутся к нам на консультацию, будет гораздо больше. Безусловно, если мы просто скажем, записывайся на консультацию, ну, по сути, у него мало мотивации, и он вряд ли запишется, ну, единицы. То есть, если мы что-то предложим клиенту, то процент людей, записавшихся на консультацию, будет гораздо больше. А наша цель – привлечь как можно больше клиентов. Если наша цель – записаться на консультацию прямо в директе, то мы будем именно эти точки касания указывать. Например, 5 способов, как выйти из депрессии – получите бесплатно, написав мне в директ. Можно подумать, что, в общем-то, мы повторяем одну и ту же тему с разных сторон немножко, да, но просто это очень важная тема, воронки продаж, точки касания, как сделать воронки продаж. И если вы в ней разберетесь, то вы каждый раз будете смотреть на видео и на сценарий, и на описание под видео, и на комментарий, как на точку касания с клиентом и на возможность привести его в определенную цель. То есть всегда держите в голове финальную цель, а куда должна привести человека воронка. Вот, например, самая классическая структура продаж. Например, вы общаетесь с человеком в директе или переписываетесь в комментариях. И как вы понимаете, нужно с человеком вначале сблизиться. Нужно найти какие-то общие точки касания за счет каких-то общих ценностей. Например, человек пишет: «Как же я хочу работать удаленно?» А ты отвечаешь, что я прекрасно вас понимаю, потому что я когда-то тоже хотела работать удаленно и мечтала об этом, и что я не знала, с чего начать. И так вы переписываетесь и сближаетесь с человеком. И мы выясняем, какая у него потребность. Спрашиваем: а зачем вам работать удаленно? Или ты хочешь пойти на фильм? А зачем ты хочешь пойти на фильм? Например, вышел Человек-паук, да, и ваша подруга не любит Человека-паука, а вы хотите на него пойти вместе с ней, да, и говоришь: почему ты до сих пор не сходила на этот фильм, он же такой классный. Она отвечает, что я люблю романтику, я не люблю вот эти вот все прыжки, все вот это непонятную фантастику. А ты тогда отвечаешь, понимаете, мы от нашей цели отходим, да? Мы заинтересовываем клиента. Мы говорим, что ты что, в этом фильме столько романтики? То есть у нас получается такая мини-презентация этого фильма. Мы сближаемся, да, на определенные потребности, потому что именно так и строится продажа. И дальше мы презентуем свой продукт с упором на его потребность. Вот, например, она любит романтику, и мы преподносим этот фильм именно с романтической стороны, да, что там есть романтическая линейка вообще, да, что там и отношения есть, и все, любовь. В общем, есть что посмотреть, да? Если бы она любила, наоборот, там какие-то, не знаю, какие-то заговоры, да, что там все так запутано, то мы бы представили чуть ли не как детектив этот Человек-паук. Ну, то есть, понимаете, да? И вот человек, который писал, что хочет работать удаленно, да, и я ему говорю: у меня есть курс, который дает возможность работать из любой точки мира. Мы даем человеку то, что ему нужно. Всегда следующим этапом идут возражения. Возражение — это не отказ. Если человек произносит свое возражение, то это он с вами общается, он обсуждает это все. Это он не говорит, что нет, мне это не нужно. И обязательно, когда мы с вами переписываемся, нужно тоже смотреть, как мы это делаем. Вообще какой-то определенной структуры переписки, такой прям, знаете, строгой, не существует, но свои условия тоже есть. Например, не нужно делать сокращения. Всякие ОК, СПС, понимаете, нужно отвечать полным, раскрытым текстом, развернутым.
или вот просто одно слово «ясно», «понятно». Вот так вот тоже не надо. Это как бы обрубает общение. Оно не сближает, а наоборот отдаляет вас. Больше задавайте вопросов. Люди любят рассказывать о себе. И в этом рассказе вы можете прям прочесть потребность, увидеть, что именно нужно человеку. И предложить ему это, естественно, если это у вас есть. Всегда задаем встречные вопросы. Если человек пишет «добрый день, а сколько стоит?», то мы обязательно отвечаем человеку. Мы не умалчиваемся, а обязательно отвечаем. И сразу пишем стоимость. Не нужно как-то сливаться, говорить, что я скажу на консультации, то это бред какой-то. Ну, человек думает, а почему он не может ответить нормально, сколько стоит его услуга? Ну, значит, там что-то не то, раз он так скрывается. И особенно меня, вот меня как... наставника, да, бесит, когда такие же, вот как я, эксперты, которые ведут свое наставничество, да, они начинают говорить, что никогда не сообщайте клиенту цену, а ведите их на бесплатную консультацию и только тогда говорите цену, типа вот индивидуально. Ну, вообще бред какой-то, я считаю. И, ну, по правилам так, люди не верят, когда ты начинаешь что-то скрывать. Но вы вот сами подумайте, когда от вас что-то скрывают, вы доверитесь такому человеку, если он говорит, иди ко мне на консультацию, только там я тебе скажу цену. Ну, то есть, твою мать, ты что там загадочный такой, понимаешь? Сейчас людям нужно все в короткие сроки получать, в быстрые сроки. Поэтому как можно быстрее реагируйте. Если вы ответили цену, да, написали, а человек молчит, ничего не говорит, то вы можете сделать так, вы можете написать. Кстати, у нас сейчас есть спецпредложение. Наш там, например, свитер стоит 2500 вместо 4. Ну, если есть у вас такая акция какая-нибудь, да? Но эта акция идет до конца месяца, то есть определить сроки. То есть у вас до конца этой акции есть 5 дней, и мы закрываем этот вопрос. Вы должны разговорить человека. И вы начинаете задавать вопросы. Скажите, а где вы живете? А какой цвет вам интересен? Для того, чтобы просто наладить общение с человеком. И он начинает вам писать. Бывает такое, что человек и не ответит, да? Не принимайте это на свой счет. Может быть, у него вообще какие-то проблемы, и это вообще никак с вами не связано. Бывают люди просто, нет в вашем продукте для них интереса. И они обрубают разговор, потому что не видят ценности дальше. Но вы всегда должны стараться сблизиться с клиентом. Вы же не знаете, именно этот случай сейчас или нет. Чем больше вы будете общаться с человеком, тем больше вероятность, что он у вас что-то купит, да? И есть еще такое негласное правило, что не общаться голосовыми сообщениями, пока вы сам человек это не одобрит. То есть вы должны спросить, удобно вам, если я запишу голосовое? Некоторые люди очень не любят слушать голосовые. И когда вы прям вот привет и сразу начинаете голосовое записывать, многих это просто отталкивает. Я, кстати, именно так потеряла нескольких клиентов. И мне прям так и написали, что я был готов с вами сотрудничать, но услышав десятки ваших голосовых, я не знала этого правила раньше, да, и мне почему-то казалось, что голосовым легче все это сделать, естественно, легче, но человеку не так удобно слушать их, понимаете, разные ситуации бывают, кто-то, может, вообще их не любит. И вот так я потеряла 2 клиентов, когда сразу начинала общаться с человеком голосовым. Но вы теперь это знаете, и вы такой ошибки не сделаете. Еще не пишите какие-то очень большие тексты. Вот прям, знаете, нужна быстрая переписка с клиентом, да? А если он видит, что вы пишете, знаете, когда вот написано, например, в Телеграме, да, пишет, там, Валерий пишет. И ты ждешь, ну пишет. А он пишет, понимаете? И никак не остановится. И ты уже выходишь из этого чата и думаешь, да пусть он катится со своим длинным письмом, понимаете? Нужно быстрее вот общаться с клиентом. То есть немножко написали, отправили. Человек не любит ждать. Особенно человека бесит, если он спросил цену, а вы начинаете отвечать голосовым. Ну это вообще, это ну просто какая-то прям обида в его сторону, понимаете? И то же самое относится к смайликам, ребят. Смайлики использовать можно и нужно, но в маленьком количестве. Например, в конце человечек с улыбочкой, да, чтобы
ваш клиент понимал, что вы улыбаетесь, да, вот просто показать свою эмоцию, а не строчить там миллион смайликов или таких огромных жирных смайлов ставить, да. Нужно это делать с умом. Вот, ребят, например, маркетинговые воронки продаж, да, начиная с того, как вы увидели продукт в телевизоре и заканчивая многомиллионным продуктом, который вы видите везде. И немножко вот пройдемся по терминам. Что такое лид-магнит? Я думаю, вы часто слышите такое. Лид-магнит – это какой-то бесплатный продукт, за счет которого мы получаем какую-то информацию от человека. Его почту, номер телефона, его ник в Инстаграме. Или, например, бесплатный вебинар. И да, это не все не просто так делается, не просто так бесплатный вебинар. Вначале человек получает лид-магнит, потом он идет на бесплатный вебинар. Там мы с него получаем информацию, например, номер телефона его. Он смотрит наш вебинар, дальше у нас идет трипвайер. Это продукт за минимальную цену, например, 100 рублей. Этот продукт, например, содержит большую ценность для человека. Он думает, если я за 100 рублей столько информации получил, то сколько же я получу на дорогом курсе, да, который я куплю? Tripwire – это какой-то продукт очень дешевый по минимальной цене, но значимый по информации. Мы в Tripwire даем намного больше информации, чем она стоит. Для чего вообще он нужен? Чтобы утеплить клиента, да? Не каждый клиент сразу отдаст вам 30, 40, 50, 100 тысяч, да? Его желательно вначале утеплить. И вот этот Tripwire за 100 рублей, но с большой ценностью, да, много информации, много полезного, именно он утепляет клиента, он заставляет вам довериться. Мы так заставляем клиента поверить, что мы не мошенники, мы не обманем. Когда человек заплатил вам первые деньги, пусть даже такие маленькие, он уже доверяет вам. После Tripwire уже идет основной продукт, какой-то дорогой курс, да? После этого дорогого курса, группового, например, идет индивидуальное наставничество. Так же, как и у меня, у нас же есть вот этот групповой курс, а есть продукт, который дороже, но он индивидуальный. В общем, вы поняли, что в ТикТоке у нас тоже существуют воронки продаж и как мы их можем делать. У нас обязательно есть цель. Мы уже думаем, какими способами, через какие точки касания мы ее добьемся.